Солнце светит, дождь идет. Кузнец корову продает. Луна стоит, трава шелестит. Шурик поцелуем Веронику сегодня удовлетворит. Что? Тупые маги задают вопросы. Сенсей Хачирик Вауа на них не знает ответ. Иди пожар себе яйцо и передай своей маме привет. Кого? Ты чё ещё делаешь, пень бородатый? Это чё за стихотворение среди белого дня? Не мешай, сын мой. Я пишу народные японские стихи. Это, конечно, прекрасно, то, что ты у нас такой талантливый, но проблема-то в другом заключается. Мне вот этот кузнец, которому ты меня отправил, который за городом живет, он мне выковал меч из драконьей кости. Это все, что мне понадобится, чтобы победить вот эту медузу Горгону. Мне же надо просто прийти с одного удара и отрубить башку и все, да? Не торопись, сын мой. Тебе надо научиться владеть этим мечом. Ой, чё там учиться? Если я палочкой научился владеть буквально за несколько серий, то каким-то мечом подойти и кокнуть медузу Горгону на раз, два, три. Все, я тогда потопал. Если мне нужна будет ваша помощь, я еще к вам вернусь. Ступай за мной, сын мой. Сенсей Хачирику Ва-Ва! Ай, заклято, зачем прыгать? Тут же лестница есть, через которую спуститься-то можно! Господи, этот шизанутый старик на пенсии, ядрить ты колотить, да ему лет 90 или даже больше. Он каждую серию из окон-то выпрыгивает. Как он вообще дожил-то до стольких лет, вот этот сенсей недоделанный? Сенсей Хачирику Ва-Ва! У вас там все хорошо, вы все кости случайно не сломали? Четвертого этажа сиганул. Ну, ненормально, ну куда вы идете? Ну, сенсей, ну хотя бы подождите, ну я сейчас с вами поговорить хочу вообще-то. Вот это оружие настоящих мужчин. Учись, пока я жив, сосунок. Воу-в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 оу! Стоп! Ты раскрутил со своим вот этим самурайским мечом, ты его успокой! Это чё за меч нафиг? Тебе так повезло то, что кузнец сейчас превратился в камень, потому что если бы он это видел, то он бы тебя пустил на вот этот, на самурайский шашлык. Ты чё делаешь, сатана? На, сын мой, попробуй стать мужчиной. Ну я вроде как уже 25 лет на этой планете мужчина, вот это... Это чё за самурайские мечи? Ну, чисто из-за любопытства, я как бы мечи не очень сильно люблю, но мне просто интересно, ну давай. Опа. Так, а как им крутить вот это? Чё там делать надо? Воу-в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 оу! Сенсей Хачирику Ва-Ва! Это нормально то, что у меня меч перед глазами крутится? Только аккуратно, не поранься, а то я однажды себе палец на ноге отрубил. Да я как бы стараюсь, господи, не-не-не-не-не, всё, да! Держите свой меч, сенсей Хачирику Ва-Ва! Я обойдусь без него, мне достаточно и моей вот этой волшебной палочки, я с ней вот это всякие вот такие вещи могу делать, вот коров вот туда вот это вот так все перемещать, не, сенсей Хачирику Ва-Ва, мне меч не нужен, я с палочки справлюсь, я все же как бы маг, а не вот этот самурай, не-не-не, все, пока, я пошел спасать кузнеца. Если захочешь стать мужчиной, возвращайся ко мне. Ага, спасибо, сенсей, спасибо. Но на самом деле я был бы рад, если бы мы с вами никогда в этой жизни больше не встретились. Псих ненормальный со своим мечом. Корову только что у меня на глазах зарубасосил. А это еще кто такой? Не! Одна же каменная статуя была на арене, это был кузнец! А это кто такой? Шурик! Шура! Помоги мне! Я не могу пошевелиться! Верховный маг?
Это медуза Горгона с вами сделала? А как она вас превратила? Вы же с Вероникой говорили, вот там, на втором этаже. Медуза Горгона сбежала с арены. Мы не смогли ее остановить. Шурик же с ней сражался все это время. Она что, его тоже превратила? Шура! Шура! Да нет. Кузнец как стоял, так и стоит, никакого нового... Так это Шура на входе был тогда, оказывается, вот эта статуя. А Вероника тогда где... Кузнец, спаси меня, хоть ты статуя... Да только не змеи! Я в жизни больше всего змей боюсь... Это медуза Горгона с арены вот этой сбежала и змей сюда своих затравила. Ах вы, скотобаза, вот это! Так, ну как тут еще две остались? Ну ты пошипи, пошипи еще на меня там и... Последнее это осталось. Так, не-не-не, кузнец, я вернусь потом, когда Шурика найдут, и ты тут постой, никуда не уходи, и ты, Верховный Маг, тоже никуда не уходи, я вернусь уже с противоядием, я смогу вас точно превратить ко мне обратно в людей, но с этими змеями я здесь оставаться точно не буду. О, какая огромная! Стой, господи! Ты извини, я тебя подвину туда, обратно, где ты стоял, отойди вот туда, ага, все. Возьми мой меч, сын мой, ты чё ломаешься? Стань наконец-то настоящим мужчиной! Да иди ты в сраку со своим этим мечом! Меня там чуть эти змеи только что не сожрали! Забери сам себе вот этот меч! Так, это Шура! Шурик! Шура! Ты меня слышишь? Это, мне кажется, это Вероника все же. А куда Шурик тогда отправился-то, а? Шура! Ты здесь, не здесь, господи, да ты куда они все делись-то в этом городе? Вот оно чё! Не, ребята, стойте! Этот барон, этот хрюндель, слайм, Кристина, вот этот барон, продавец зелий, стойте! Её так не убьёшь, её магии вообще никак не убьёшь, да, господи, да отстаньте вы от неё! Уйдите сюда, все на меня, да, она к магии невосприимчива, её нельзя убить магией, вот барон правильно делает, её только физическим каким-то способом можно убить, оставьте, пускай она убегает отсюда! Проваливай отсюда! На! Все, тихо. Туда за ней бежать не надо. Подойдите все сюда. Так, кто здесь есть? Кристина, Хрюндель, Слайм, вот этот продавец зелий, барон, пес, Шурика. А где Вероника? Где Вероника, Шурик? Где Вероника? Она же с тобой была! Ей повезло меньше, чем мне. Мне удалось убежать. Ну я так и думал, это ее статуя возле арены, вот это она в камень превратилась. Так, я не знаю, как вам всем удалось выжить, но походу это медуза Горгона, смотрите, чтобы она не вернулась. Это медуза Горгона с вами походу играла. Она превращает любого, кто посмотрит ей в глаза. Она просто над вами прикалывалась, но, смотрите сюда. Если вы у меня спросите, где я был последние 3 дня... то я вам отвечу, что я познакомился с новым кузнецом в городе, и посмотрите, какой огромный меч он мне сделал из драконьей кости. Что самое главное, я познакомился с новым вот этим сенсеем Хачирики Уауа, он сказал то, что только с помощью этого меча можно убить эту Горгону. Поэтому наша с вами сейчас задача ее просто выманить, чтобы я ее запердокал всего лишь с одного удара. Мне надо ей просто отрубить кочерыжку. Поэтому распределяйтесь по парам, идите ищите ее в городе, если что, кричите, я сразу к вам прибегу и сразу отрублю ей голову. Всем все понятно? Только самое главное запомните! Смотрите в землю, не в глаза! Главное, чтобы сейчас никто не пострадал. Надо найти вот эту медузу Горгону.
А ты это что делаешь, Кристина? Я же тебе сказал идти Горгону вот эту искать. Я с тобой буду ходить. Вот этого мне только не хватало, чтобы ты со мной ходила. Ну ладно, пошли. Ну, если вдвоем мы хотя бы будем передвигаться, то 100% будет безопасней. Ты тогда мне спину прикрывай, мне, Кристина, спину прикрывай. Я пойду тогда в этот дом посмотрю. Барон! Ну я же говорил смотреть в землю! Ну где он? Так, туда слайм побежал, туда побежал. Вот этот хрюндель, туда вроде вот этот продавец зелий побежал. А сюда вот побежал барон. Ну я же говорил смотреть в землю, не смотреть на эту медузу. Мы барона потеряли, минус один человек, который нам помогает. Я им еще раз всем говорю, вы на землю смотрите, не смотрите ей в глаза, если уж услышите сзади шипение вот этой змеи. Так, Кристина, пошли вот сюда за мной. Кристина! Кристина, сзади! Сзади тебя, только не оборачивайся! Не оборачивайся! Ну я же сказал, не не оборачивайся! Ну когда я русским языком... Так, ладно. И еще пока есть Шурик и вот это продавец зелий, слайм и хрюндель. Не смотрите ей в глаза, я еще раз повторяю! Спасите, помогите! Да что ж ты там будешь делать? Я иду! Не смотри ей! Самое главное в глаза и не смотри, продавец зелий! Землю смотри! Да что ж ты там будешь делать, господи! Так, она ушла? 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 У нас уже минус три человека остался. Хрюндель, слайм и Шурик вроде остался. Не смотрите вы ей в глаза, это самое главное. Слайм! Она там! Отвлекайте ее, я сейчас поднимусь, главное в глаза, не смотри в глаза, слайм, я сейчас поднимусь, одну минуту, я буду там. Меч в руках, просто один хороший удар, и я отрублю ей башку, иди сюда! Опять ушла, так, слайм и хрюндель, остался Шурик, так, надо найти Шурика, надо ходить с Шуриком, чтобы никто из нас не пострадал, а то вдвоем будет проще ее кокнуть и вот это нежели одному. Шурик! Отворачивайся! Не смотри ей в глаза! Отвернись, Шурик! Да что ж ты-то будешь делать? Шура! Обосраться просто. Просто... Минус все друзья за одну серию, все, кого я знал за этот сезон вот этого магии, минус все за одну серию. А как мне ее победить? Это просто невозможно, я не смогу ей отрубить голову, она сразу же меня превратит в статую моментально за одну секунду. Как мне ее убить-то? Сенсей Хачикирикиуауа? А вы это чё тут забыли на летающей огромной мыши? Сын мой, вспомни, что говорил тебе кузнец. Что говорил мне кузнец? Кузнец мне кроме как ву! Ничего больше в этой жизни нормального не говорил. Да не этот кузнец, дебил, а другой кузнец. Другой кузнец? Другой кузнец перед тем, как я уйти, сказал... Используй зеркало, только оно поможет тебе убить медузу Горгону. Зеркало! И зеркало у меня есть! Так реально, можно же поставить зеркало куда? Вот! Я поставлю зеркало вот сюда, она подойдет со спины, и я ее увижу. Сенсей, хачрики, вау-вау, вот это хачапури, вы опять мне жизнь спасли! Спасибо огромное, самурай мой! Улетел. В ночное небо. Зеркало, значит, да? Она должна прийти. Если она будет сзади меня, то я увижу ее 100% через зеркало. И тогда я развернусь и отрублю ей голову с одного удара.
Хоть я мечом пользоваться не умею, как говорит сенсей Хачрики Ува, но голову каменной чучундре с одного удара я отрубить точно смогу! И... Кокнул! Кокнул каменную чучундру с одного удара!